Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Продолжаю дальше сборку и покраску Пантеры D от фирмы Звезда. Сегодня будем наносить камуфляж. Камуфляж я буду сегодня пробовать делать новым аэрографом, который мне прислали в подарок. Вот, игла и сопла 02 наконец-то у меня появилась. Теперь буду пробовать более тонкие камуфляжи рисовать. Камуфляж буду наносить краской Tamiya Olive Green XF58. Вот. Что хочу сказать. Краска подсохла хорошо. Одел экраны. Хорошо, что они съемные. Ну и буду начинать пробовать делать камуфляж. Продолжаем красить. Ну вот, друзья, сделал камуфляж. Съемку не делал, потому что привыкал к аэрографу к новому. Да, реально понравилось с соплом 02 работать. Немножко непривычно, когда аэрограф без подачи воздуха. Вот. Ну, привык. Сделал камуфляж. Вот, получился вот такой вот камуфляжик на модели. Не знаю, красивый, некрасивый, но мне он понравился. Конечно, делал долго. Старался делать аккуратно. Вот, но побоялся снимать на видео, потому что первый раз делаю такой камуфляж, первый раз сработал с маленьким соплом. Вот, пытался прокрашивал все. Вот. Пишите в комментариях, понравился вам, не понравился. Ну, лично мне понравилось. Ну вот, реально понравилось мне работать с соплом 02. Спасибо, Валера, тебе за это, за аэрограф. Классно, со своим старым аэрографом я никогда бы не сделал бы такой камуфляж. Вот. Так вот. Думал сегодня и катки покрасить, бандажи. Но реально долго провозился с камуфляжем. Старался аккуратно, не спеша. Вот. Ну, ничего страшного. Катки будут, значит, в следующей части. Может, объединю. Траки буду делать пигментами, натирать. И заодно и сделаю катки. Вот. Ну вот, ребята. Спасибо за просмотр. Ждите следующие части. Будем делать дальше пантеру. Будем делать фильтры. Лакировать, наносить декали. Спасибо, ребята.